Blender 2.81, и давайте для Army Man сделаем анимацию флага. По простенькому, как эта система работает. Вертолет уже летает, машины ездят, все взрывается, и вот флаг не развивается. Давайте исправим эту ошибку. Так, камеру можно отключить, свет можно отключить. Куб можно удалить, делить на клавиатуре, единица на нампаде. Жмем Shift A, добавляем Mesh, добавляем цилиндр. Жмем английскую S, уменьшаем. Транспозом все это дело можно поднимать, можно вытягивать, расширять и так далее. Опять делаем S, чуть-чуть поменьше, потоньше, чтобы симпатично было. Уменьшаем, поднимаем кверху. Вот такая штука. И добавляем Shift A, Mesh, добавляем плоскость. Тройка на нампаде. Перекручиваем все это дело. Вот таким образом. Единица на нампаде S английская прибавляем. Утягиваем в бок. Ставим вот сюда. И здесь можно подрегулировать S. Ну пусть флаг будет такой помощнее для объяснения. Так, вот таким образом все это дело ставим. Заходим в табуляцию. И нужно подразделить теперь вот этот вот, вот эту плоскость. Жмем подразделить, находим вот это окошко внизу и жмем подразделить. Чем больше вы подразделите, тем будет тяжелее происходить, конечно, анимация. Ну, будет качество получше. Но опять же от мощностей зависит. Так, жмем табуляция, выбираем вот эту вершину. И G, давайте как-нибудь их тут немножко помоделируем. Вот. Чтобы все помягче как-то было, надо аккуратненько это все выровнять. И вот эти вот вершины тоже кое-как симпатюшно делаем. И вот этот переход чуть-чуть помягче. Так. Так, надо еще теперь подразделить, английское А, нажимаем ребра подразделить, вот так хватит уже. Теперь жмем, выделяем все вот эти ребра, Shift A, Shift Alt, и создаем группу вершин. Вот так вот, раз, и применяем, назначаем. Теперь эта группа будет привязывать к штоку вот этот флаг. Заходим в табуляцию, находим теперь физику, находим ткань и находим форму. Форму ставим группу, которую мы создали. Она теперь привязана, и вот вы видите, что флаг падает, все нормально, все зашибись. На таймлайне вот это вот нужно на первый кадр поставить. Выделяем опять же флаг. И теперь вот нужно добавить вентилятор. Добавить силовое поле, ветер. Он появляется вот здесь внизу. Делаем ему английскую S. Теперь транспозом или MOV можно его приподнять, или клавишей G. Ротацией R английской перетянуть, перекрутить вот так G. Подставить сюда, и давайте его физики настроим. Ветер, сила. Силу поставим где-то 10 тысяч. Enter. Так, теперь поток поставим 2. Здесь есть вариация, сколько будет вариаций вот этого вращения флага. Ну, давайте чуть-чуть уменьшим, много вариаций не надо. И количество, ну, чуть-чуть прибавим. Так, сфера. Здесь вот, в принципе, уже выставлять нам ничего не надо. Поглощение. Сейчас посмотрим, как будет все это дело происходить. Ну, это сильный поток. Поставим 8000. Даже 7. Теперь переводим на последний кадр. Ну, вот. Что-то в таком 4000 поставим.
Во, уже мягче. Но опять же, размер вентилятора зависит от этого. Если ему S уменьшить и отвести где-то дальше G, то флаг будет совсем по-другому вертеться. Вы видите, в каком положении. Можно чуть-чуть увести в бок и уже вот с той стороны чуть-чуть R нажать, и будет он по-другому вертеться. Так, ну все это понятно. Теперь заходим в физику и находим массу. Вот масса, чуть-чуть массы побольше. Во. 1 килограмм многовато. Ну, где-то 0,7 килограмма. Так, опять же выбираем вентилятор R. Перематываем, поглощение поставим. Во, поглощение еще лучше. С минимума, с максимума. И теперь здесь смотрим, что есть. Сжатие, сдвиг, кэш. Можно все это дело запечь. Сшивание. О, вот такая штука происходит. Ну, опять же настраиваем. Есть боковой ветер. Ветра-то разные. Вот может вот так он вертеться, может G где-то вот отсюда дуть. Вот где-то сверху может поток воздуха идти, и вот другое развивание флага получается. Так, что тут еще? Модель сгиба угловая есть линейная. Линейная будет вот таким вот образом выглядеть. Так, флаг. Если еще поток воздуха, допустим, уменьшим до... Так, не 4, а 2000 попробуем. Ну и вариации поставим чуть-чуть побольше. Вот так уже получше получается. Вот такая штука. Ну и конечно давайте все это дело запечем. Находим флаг, находим физику, находим кэш. Ну много кадров не надо. Давайте 140 оставим. 140. Enter. И запечем все это дело. Так, здесь тоже ставим конец 140. И запечь. Так, теперь заходим в материалы и назначим цвет. Находим зеленый, немножко ему оттенок сделаем потемнее. Ну и штоку тоже здесь уже применим материал. Смотрим теперь вид рендера, как это все дело будет. Ну вот такая штука. Так, вентилятор немножко уведем в бок, семерка на нампаде, немножко R, чтобы поровнее был, единица, опускаем пониже и жмем play. Вот такая прикольная анимация. Добавляем Shift Mesh, плоскость. S добавим типа песок, создадим какой-нибудь материал, пусть будет коричневый, серый, вот так. Ну и теперь задний фон можно сделать, можно установить камеру, установить свет вот здесь вот, чтобы освещенность была нормальная, и потом уже делать рендер.
Все, всем пока, до свидания.